Наверное, две головы лучше, чем был в прошлый раз. Но колхоз непобедим. Посмотрим, что сможет мастер спорта по боксу противопоставить колхозному деревенскому боксу. Не надо вот этих размашистых ударов бить. Да-да, ускорился. Ты же этим раздражаешь, понимаешь? Тот дацик был не опасным, а этот опасный. Если сравнивать твою форму, вот в которой ты дрался с Гаджи год назад и сейчас, вот что изменилось, в чем ты стал лучше, как считаешь? В том году я 2 года качался, а сейчас я уже год тренируюсь именно боксу. И сейчас мне, конечно, у меня скорость уже другая и передвижение ногами. На 2 головы лучше, чем был в прошлый раз. Даже сейчас смотрю бой свой первый и думаю, блин, какой там мешок. Если бы этот бой состоялся сегодня, как ты считаешь, какой был бы исход? Первый раунд нокаут. Победа была бы явно за моей стороной. Я бы уже был быстрее, я бы видел бы эти удары. Но думаю, до 3-го раунда я бы явно не дошел бы. Соперник бы мой бы проиграл. У тебя сегодня спарринг с хорошим боксером, с мастером спорта, с действующим бойцом на голых кулаках. Что можешь сказать? Поспарингуемся, кайфово. Ну как ты думаешь, ты сегодня получишь или все-таки ты удивишь нас снова? Чем? Ну как, техникой бокса, своей нокаутирующей мощью, которой ты все время хвастаешься, но которую мы никогда еще кто, не видели. Я? Да. А я что, когда ты говорил, что я боксер, не, ну так, пытаюсь изображать в этих-то 4-унцовках леща, там попал и все, вопрос решен, боксировать тут надо, техника движения, но колхоз непобедим, посмотрим, что сможет мастер спорта по боксу противопоставить колхозному деревенскому боксу. Паша, у тебя сегодня спарринг с Дацком. Смотрел, не смотрел вообще его спарринги, бои? Что можешь о нем сказать? Ну, конечно, смотрел. Идет, прямолинейно работает. Будем немножко играть, сделаем немножко игровой бокс. Попробуем подвигаться. Дацик неудобный, боксер, у него удары вылетают непонятно откуда. Но вот тем будет мне интереснее работать с ним. Он начал думать, начал более уже что-то хитрости-то делать. С Гаджи он вышел, прямолинейная работа, полетели друг друга, кто кого. Быстрее, плюс на агрессии. А Даша, нет, Дашка спокойно. Работа уже пошла, как видно было, что он уже понимает, когда нужно взорваться, когда не нужно взорваться. Ну, считай, сейчас это уже совсем другой Дацик. Конечно, другой Дацик, совершенно. Уже тот Дацик был не опасным, а этот опасный. Перчаток не было у нас 16-унцовых для второго оппонента, поэтому Слава будет работать в этих перчатках, а вот Паше дадим побольше, потяжелее. Это 18-унцовый, да? 18-унцовых. Слава 16-унцовых? Да. Паша 18. Понял. Ждешь его первый удар. Идешь на него, ждешь первый удар, блокируешь его. Работы больше, удара больше. Правая лучше на месте. Ходи, свободно. Правую на месте держи. Больше ударов. Да, теперь. Здесь работать надо. Здесь нужно работать. С воздуха. Рука на месте. Правая рука на месте. Ближе. Свободно. Боксируй. Вот здесь работай дальше. Работай здесь. Еще. Здесь спит. Сколько осталось? 20. Ближе, Слава, нужно.
Ближе! Ближе! Считать надо, ближе. Если потом удары. Концовочка. 10 секунд. Чё? Чё? Ближе, ловись! Стоп! 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 Задышал. Задышал. Тебе ближе нужно быть, понимаешь? Ближе. Угу. И дорабатывать. Ты когда заходишь, ты не выходи оттуда, ты там дорабатывай. Ему там же тяжело. Начни заранее. Зачем ты ждешь, пока мы? Видишь, он закрыл провод, ушел. Ты не нужны удары пропускать, когда не надо. Он бьет их не спать. Сюда начинается спокойно, не напрягайся. Зашел, дорабатывай. Если ты вправо передерживаешь, Пат, это я передержал. Там где ты? Здесь надо право. Не надо вкладывать. Вот здесь надо право. Поджимай, Леша. Поджимай, Слава, поджимай, поджимай. Корпус, работай корпус. Свободно, ты же все видишь. Корпус, работай, поджимай. Меня это не достой. Да, на часовой стрелке, на чем дело? На часовой, так, сразу бери. На. Иди. Не надо размахивать. Поуже и поскользнуть. По часовой стрелочке сразу. Собери руки, собери. Иди быстрее. Через уклон, иди, через уклон. Через уклон. Все, уходи. Не надо здесь возиться. Свободен. Сейчас будет что-то сбоку. Слава, соберись, пойди вперед. Соберись, по часовой руки, собери. И. Ну. Монотонный сейчас, монотонный, Паш. Здесь свободно лучше. Снизу больше ударов нужно. Не надо менять стойку. Правую ждешь. Да, всю долго. Еще. Уходи, не надо сейчас драться. Не надо драться. А здесь надо вот начинать перейти. Уходи ногами, потому что не надо драться. Хочешь вставать. Тихо. Подминай, постоянно сталкивай его. Сталкивай и там бей. И не надо вот этих размашистых ударов бить. Одна скорость всегда. Одна. Да. Ускорился. Ты же этим раздражаешь, понимаешь? Понятно. Он тоже побежит, терпит, голова крепкая у него. Пропусти. Да, пошло сбоку. Все читаешь. Свободен. Читаешь замес. Не надо дергаться. Раз. Отошел от него и все. Все хорошо. Не надо размашистых ударов. Он тебя ловит на всех твоих размашистых ударах. Он потому что работает аккуратно, он работает прямыми ударами. Зайди, столкни, и там работай корпус, голова. Не надо заряжаться. Это спарринг все-таки, не нужно заряжаться. Последний раунд сейчас, 2 минуты всего. И вот сейчас как раз у меня на работе, ты первый раз пробил, попал же левую-правую-левую. Почему заработал? А там еще и правую добавь. Левую-правую-правую. Играть. И не меняй стойку, блядь, ты там пропустил удар, так нахуй не нужно вообще. Бокс. Заходи, иди дальше, дави. Здесь работай, больше ударов, не сильно, но больше, много ударов, ближе к нему, много. Стоп. Ударился, блин? Нет. Ближе к нему, Слава, ближе. Аж на правую не передерживай. Не заряжайся, ближе. Что такое?
Что случилось? Ближе к нему, Слава! Ближе! 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 Слава, потерпи, он тоже устал! Ближе! Еще ближе! Легче, Слава! Легче и больше! Слава, терпи! Легче и больше! Слава, легче и больше! Корпус! Корпус! Внимательно! Монотонно! Здесь ускорься! Давай, корпус! Корпус больше! Слава, терпи, он тоже устал! Давай, дави, 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 дави! Слава, давай, дави! Корпус, Слава, печень! К нему сразу, сразу к нему! Сразу к нему иди! Сразу к нему! Соберись, сразу иди к нему! Назад! Он устал, Слава, тоже! Поработай! Снизу! Руки собери к нему! 20 секунд! Пропехотный бокс! Стоп, забывай, Слава! Пропехотный бокс! Пошел, 15 секунд, заработали! Еще! Ближе, ближе, собери руки! Вперед, 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 иди! Правую зачем я? Иди бокс, не забывай, Слава! Собери руки, собери на него, сталкивай! Стоп! Стоп, стоп! Пошел на печку! Да, да, да. Офигенно продышались. Проработали вообще по кайфу. Я иногда пытался бить прямые по классике. Но колхоз непобедим. Колхоз берет свое. А так по ощущениям, как ты считаешь? Вообще кайфово. Сложно? Да, сложно. Кидает много. Очень опасная. Правая прямая летит. Как бы резко, быстро. Тяжело. Вот. Левая как бы не так страшно, но она ее больше пугает, гоняет, зрение отбивает. Ну, я левый не боялся, я через левую накидывал. Ну, апперкоты очень опасные, подшатывали сознание, когда прилетали. Ну, у меня челюсть лежит как бы на груди, попасть и пробить тяжело. Но если бы четко влетело, мог и упасть. Разминаться нужно лучше. Да. Из-за этого начинаешь, организм не готов, вы тут сразу такой темп, сердце не готово к нагрузке. Вы плохо разминаетесь, поэтому тяжело дышите. Тоже на разминке устать, тогда сердце будет готово к ускорениям, с паузам. Ну и колхозки, ну блядь. Ну, у нас заставился. Ты не заставился, ты просто начинал давать работать ему. Он даст и дышать начал. Прям хорошо дышит. Ну так же бросается, летит. Я сразу смотрел хорошо. Стильно вкладывался, не встал в удары. Пам-пам ушел, пам-пам ушел. Потом немножко подстал, остановился, начал принимать удары. Но все равно эти вот, хотел нырок сделать. Я ждал боковой сделать нырок и уйти за него. А падение, что за падение были? Я правой ногою, ударился, получается, да? не ударился. Нога скользнула и выше заносил ринга, и я прям упал. Вот. Потом удар был, он массой сильно бил и немножко приземлился. Ну ничего. Ну чувствуете его удар вообще на самом деле? Нет. Вот четкого попадания не было. А ты перчатка, колхоз, да. Колхоз, все удары всегда были. Оба затылка, висковую часть. Так что прямого удара такого я бы не почувствовал. Попал он по корпусу, попал первым раундом, прямо бил по корпусу. Я же поэтому перестал с ним сдержаться, начал ходить от него в стороны. Короче, да. Самый эффективный удар был по корпусу. Ну, если посчитать как очко, балл, да, по корпусу. Может быть, раза два или три он попал. Но все это будет видно по видео, когда все посмотрим. Так, когда ты только отбоксировал, выходишь, как бы у тебя ощущения такие, что вроде ничего страшного. Потом будет смотреть все по-другому. Да, мощный удар, чувствуется сила удара. Но акцента нет. Такого, чтобы прям бамс, и ты понимаешь, что дальше искры в глазах нет. Это чисто сила, мощь, что бам, масса тела, удар, ну. Не, ну в целом форму его. Лучше, но он дышал, три раунда мы отработали. Я думаю, честно говоря, что первый раунд он поработает, второй уже устанет, третий будет ползать. Оказывается, нет, в третьем раунде еще и темп увеличил. Но я думал, что будет намного хуже. Так что, говорю, даст в хорошей форме.
Блин, я думаю, что-то она как-то легко чиркала. Может быть, ты сам себя ударит, знаете, по защите бил, сам себя мог ударить. Это тоже такое, ну даже это больше это, покраснение. Это не перелом, это... Не-не, так у меня нос это... У меня еще в детстве дядя Толя два пальца на ноге мой нос сломал. Ну, так что он у меня все теперь раздавленный. Научено. Потому что, в принципе, это, ломать уже нечего, как вы все видите. Только может царапать. Да, и так уже... Вечер разламлен. Был бы целый нос, был бы перелом, а так целый нос. Как мне в детстве сказали в качалке, были бы мозги, было бы сотрясение.